Хейо, ребята, с вами Фибоначчи. Мы продолжаем прохождение Moon Shades. Сейчас... Ну чё, у меня есть два ключа. Надо в Тригарон отправляться, смотреть, от чего они. Ну и плюс надо третью бочку собрать. Сейчас это быстренько соберем. Так-то осталось 5 локаций. Но... Вот это она точно должна открыться, да? Потому что там вон видно за замочком картиночка. А вот это... А, и вот это, наверное. А вот остальные три, возможно, с дополнения. А? Возможно, хрен его знает. Ну, посмотрим. Так, плюс надо тут ежедневочку сделать. В этом. Где у меня яйца? Так, а молоко-то... Молоко с собой? Так, это у пердуна надо. Это надо ему отдавать. Так, где бы его сейчас найти? Ну, давай ты. Так, он где-то у нас... Ну-ка, сразу глянем. Ты. Отлично, это один... Это у нас один ключ. Это соберем. Не, он вон там, он где-то наверху. Вот здесь справа, да? Ну-ка, давай-ка свою ежедневку, ты. И сразу забираем. Хорошо. Так. Ну, гоу смотреть. Куда меня приведут эти ключи? Портал, это уже хорошо. То, что он закрыт, это нехорошо. Китстат... А! О! Тут один вставлен, а один у меня есть, да? Вот как раз зелененький. Ты же? Вот и все. Куда-то ведущий портал. А это что там? А вот туда-то как? А туда вот отсюда, да? А, ну подождите, там-то я был. Нет. Это совсем другое. Вам нужен ключ. Туда вообще никакой двери нету. Но может я как раз туда и попаду? Казармы Темного Легиона. Добро пожаловать. Здесь-то у нас как раз-таки темные рыцари, да? Интересно, какого они левела будут, это раз. Ну из чего я могу назад выбежать? Хоть одного-то найти. И адские гончие, возможно. О, здорово. Ого. Эй. А он какой-то бессмертный, что ли? Чё мне с ним делать? Я, если бью по его щиту, я дамажу себе. И как мне с ним драться? Понятно, что ничего не понятно. Так, пойдемте за бухлом. Какой у меня левел вообще? 29-й у обоих. Ой, не сюда. Да блин. Так. Еще одну бочечку собрать. Хорош тебе хилиться, а? Да там можно было не убирать. Так, я тут-то я помню где. Там в углу. Мне нужна-то одна. Сдохни. Так, сзади-то там меня никто не окружает, вроде нет. Вот здесь. Блин, а я там-то не убрал, да? Ну да. Ну и ладно. Ничего страшного.
Собирай давай, все. Вы сделан и на выход. Там за это, по-моему, тоже какой-то ключ. Так. Как с темными рыцарями бороться? Надо будет еще раз зайти, попробовать. Так, ну-ка. Надо ачивочку взять с этих курочек. Тебе? Тебе. А, тут просто золото. Так неинтересно. 5000. 5000. Награда-то такая неплохая. Че это пиво-то достать? А тебя я че? Адская гончая, да? Так, у меня два камня есть. Хрен он когда кристаллы даст, да? Щит обычный. Их! Чуть-чуть не до это. Не дотянул. Все. Так, да это сразу продать. Да, фигня. И вот это тоже. И щит тоже. Да блин. Так, ну, а, и вот это тоже. Все. Да, ничего лишнего не залетело. Так, казармы темного региона. Так-то у меня еще один ключ остался от чего-то. А по квестам... Повторяемое. Где ключ-то? Вот. А, темный рыцарь. 40 штук мне надо убить. Так, что у нас по карте тут еще есть? Откуда еще один ключ? Но он может быть там где-то внутри. Иди сюда. Вот и ачивка. Ну это тут и нам и так открывают, ходят. Вот. Ни хрена. Тут ничего нету. Какой-то из домов, может быть. Какой-то дом был закрыт. Вот, вам нужен ключ. Тоже не подходит. Там я был. Если попробовать сюда ключ использовать. Куда дом делся? А. Подходит сюда. Тут вообще ничего нету. Тупик. Вот туда как-то же можно попасть. Ну что вот там? Это есть. А, ну можно этих набрать, кстати. Неуязвимость. Лечащий ветер, ловкость, фига. Это я набрал сейчас. Так, ладно, гоу в казармы. Надо смотреть, пробовать, как их убивать. Где они были, я уже забыл. Вот они. Так, у меня никаких проклятий. Проклятий никаких. Так, ну гоу. Заперто. Портал. Меч и щит только для украшения. А что за звук был? О, это твой звук был, да? Блин, да я по себе бью. Что такое?
Отражение, вот он врубил отражение, на. Сейчас у него нет никакого отражения. Не, нормально, можно с ними драться. Можно, нужно. Самое главное, в отражение не лупить. И все будет ништяк. Опять? Да. Так, ну чё, ждем. Эй, кровопиццу сделал. На. А это я сейчас на себя сделаю, да? Не, на него сделал. Так, ну давай, убирай. Все. Пора умирать. Да, попадутся двое, будут проблемы. Урона хватает, я не посмотрел даже какого левела. Чё у тебя? Это что? Это отражение как раз таки. Ну, так придется их кайтить постоянно. Тридцать седьмые уровни, офигеть. Только отражение не делай. Надо вот тут немоту. Так, тут надо немоту. Как хорошо, что я не стал ничего качать. Ускорение нужно. Воскрешение. Так ты и без немоты я, в принципе, справляюсь. На 15 секунд. Я их дольше убиваю. 20, 25, 30. Ее ставить некуда, блин. Ставим сюда пока. Ну а что делать? Двух убил, еще осталось 38 всего-то. Так. О, у него уже оно заканчивается. Как прикольно. Так-ка. На-ка, тебе не моду. Ну и все. Да, конечно, перезаряжается она очень долго. Так, есть. Карту надо было. Хотя пока вроде карта не нужна. Так, ловушка чуть не пришибла меня. Естественно, тут все будет закрыто. А там, куда путь ведет? Я ж так и не добежал вроде. Я тебе слышу. Ой. Собачка. Ну давай подеремся. А! Да ты изи. Дров. Отражение. Ждем. Да, неудобно, конечно, без этой ходить. Так, на. Без карты двигаться очень неудобно. Да все, убиваем его нахрен. Ильси, давай. И тут где-то должен быть обязательно портал. Прям вот обязательно. Класс. Там отражалка. Отходим. Ждем, пока пройдет. А куда дальше? Ага. Так, заряжаем. Не надо меня бить. Давай, дохни. Есть. Все, есть. Вапская руна. Можно делать еще реликвию. А, это вот где ловушки были, да?
прыгать туда, я не знаю. Вариант, не вариант. Что-то чувствуете, что вот тут? Ой, щит перевернут. И? Одна дверь, а вторая? Вот эту как нажать? Проблем. Попробовать прыгнуть. Прыгнул, чуть не сдох. Обратно. А если вот только в ту прыгнуть? Да? Ой. Кажется, ничем это не поможет. Ну да. Второй рычаг искать. Который эту штуку закроет. Значит, это там, где были ловушки. Так, ну чё, пока вроде карта не нужна. А тут ничего не открылось? Заперто. О. А, так. Вот отсюда оно летит. Но тут забежать надо налево. Ой, мне кажется, тут кто-то есть. Не. Ух. Ничего не чувствую. Не, ну тут-то я сейчас, походу, люлей-то огребу. Хотя нет. Ай, огребу. Ого! Вот это, блин, урон. Какого-то фаербола. Так, и сюда я прошел. Там еще одна такая же. А вот рычаг. А. И что я сделал? Ловушку-то я не отключил. Вон ту выключил, да? Который там... Да. Здорово. Эй. Блин, а с ним придется сейчас так. Терпим. А что делать? Заряжай! Стой, 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 стой. Не бей меня. Не надо так делать. Все. Пух, жестко. Рычагов я там не вижу совсем. Как это все, блин, опасно. Темные рыцари бешеные. Своим отражением. О! Так. Значит, тут еще такие стены у нас присутствуют, да? Они теперь везде будут. Это не мимик ли? Просто как секреточка, да? Ага. Я тебя увидел. Чё ты отражение не делаешь?
А что ты отражение не делал? Давай мы тебе сразу накинем сейчас вот так. Вот так, и будем тебя просто лупить. Да, брони до хрена. Да дохни уже, ё-моё. Чё? Опс. Песик. Ой, класс, классно ударил. Готов. Так, кровотечение жесткое. Чуть не убило. Загадочный камень, ничего полезного. О, приехали. Это мимик. По нему ударило заклинание. А тот? Падла. Нифига у тебя защиты, дядь. Давай-ка мы тебе немножко сейчас это... А. Ой, а чё это он сдох-то? Ё-моё. Мать. Давай-ка ты... Ты сделаешь сейчас грамотно. Офигеть. А я и не заметил. Да где наше воскрешение? Так, пока сюда. Ой, беги! Фак, я попал. Я вообще, я конкретно попал сейчас. Тише, тише! Что делать, что делать? Так. Анимата. А я сейчас и не смогу поменять. Да, я не то убрал. Так, поехали. Держитесь, держитесь. Сейчас мы затащим. Вот и все. Ссаный мимик. Это тоже мимик, интересно. Нужна хилка. И чё, рычага нет? Ключей никаких нет? А, ну тот рычаг я нажал, он сразу убрался, да? И чё мне это дало? Ничего, собственно. Оу, бесполезные сундуки. Так, надо еще за стенами смотреть. Все-таки нужна карта. Че по баблу? 14 тысяч, она 1020 с лишним будет стоить. Так, сюда ходил. Ну да, здесь круг. Вот еще тут, туда я бегал. Да. Туда я бегал. А вот туда, где ловушка, я туда вот и не бегал. А зачем я туда? Там не... А, что-то чувствуете, вот. Значит, что-то есть. Слева или справа? Слева или справа? Справа. Вижу. Бегу! Опа. Навык кровопийца. Баф 4% от урона базовой атаки, сконвертированный в очки здоровья. А на сколько он? Перезарядка 120. Каст 0. Пассивку, что ли? Да нет.
Стоимость маны 100. Секунд. Да фигня так-то, по сути. И? Так, эту хрень не вырубишь. Вот рычаг, да? Он сам вверх поднимается. А, включил я ту, да? То есть я сначала ее выключил? Или мне показалось вообще, что я ее выключил? Там шары летают? Вот, там шары не летают. И толку? Какой в этом толк? Как-то надо какие-то, я не знаю, загадки тут искать, разгадывать. Все закрыты. Блин, ну пойдемте туда, снова к яме. Статуи все бесполезны. И стены осматривать. Ничего. Вина нету. Это все еще открыто. Вот где надо камнем кидать, да, наверное? Хотя как? Во, нашел. Нашел гребаный дом рядом с таверной. И? 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 Пока печаль. Пока печаль. Печаль. Ну, тут все для создания реликвий, собственно, все. О. Ага, вот это уже совсем не печаль. Заходим. И вот я попал туда, куда, собственно, недавно пытался. Строительные жетоны на выброс. Загадочный. Шлем? Или что это вообще? И все. Сейчас меня просто отсюда выбросит. Так оно и есть. Никаких новых ключей. Так, ладно, хоть и реликвии, да, можно будет посмотреть, что? Ускорение сокращает время перезарядки. Что это? Да, шлем. Ну, шлем-то можно одеть, и можно из него реликвии будет сделать, да, сюда. Там вообще 24-й, 29-й, так же, как и пояс. Ну да. Ну, пойдемте вот эти сейчас сыграем. Хотя, если... Может, там как раз сейчас я и выиграю денег. Так, а для начала в кузницу надо все выложить, а то у меня места совсем с собой нету. О, хотя бы так. Ну,
Ну-ка. Мне повезет, мне повезет, мне повезет. Эть. Восемь тысяч. Конечно, конечно. Вообще реально здесь выиграть что-нибудь полезное. И хлам. Да походу нет. Вот из кольца надо реликвию делать. Чуть второй раз выпал. Капец. Весело. Так, ну мне чё, мне с собой-то ничего не надо. Одно кольцо, остальное все выкидываем. Это тоже, кстати. О, я успел нажать. Блин. Очередной дебилизм. Ну да. С панталыги сбили этими рычагами. Чё дальше? Здорово. Да не, не буду, они слабые. А, дальше тупик. Чё это я так себя загнал-то? Так, ну вот хотя бы что-то. Карту я пока еще не покупал. Да, я выходил, пришлось заходить заново. Думал, все же найду путь без карт, нашел. А, ну, кстати, золото-то я уже накопил. Билетик. Он неспроста тут. Да нет, видимо, спроста. Тогда врубаем наши поисковики все. Погнали дальше. Проходить это дебильное место. Очередные ловушки. Так. Тут что ли? Может быть, с другой стороны. На полу не может быть? Ой, блин, а как здесь пройти-то? Так, во-первых, нужен аджор. Эта хрень не открывается. Ага, а с другой стороны как? Ну, понятно, чтобы 10 раз через ловушки не проходить. Здесь, по идее, должно быть вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так и все. Жестко. Самое главное, что обратно теле не вернусь. Ну, вернее, быстро это сделать не получится. Повсюду что-то чувствуется. Хрень. И тут тоже, да? Опа. Опа. Куча урн. А это, кстати, золото. Правда, вообще мало. Ну, загадочные камни, фрагменты. Странное синее яйцо. А оно зачем-то... А, я его у скелета могу делать, а только вот на кой черт оно нужно, непонятно. Я здесь гребаный портал найду или не найду в каком-то веке? Звук открывающейся двери. Все такое похожее. Вот, вот здесь я их нашел, правильно? Нет? Так, ну понятно, что это я открою решетку, да? Вот сюда, что ли, камни нужны? Нет, подождите, как-то она должна быть открыта. Кого-то из них сюда загонять?
Так, выйти... Вот. Вот это большая комната, да? Здесь я убирал эти ловушечки. И вот сюда я вообще не ходил. Тут два... А где-то я три рычага видел. Я их даже не нажимал. А есть там тупик? Вот просто, если там тупик, вот я сейчас, допустим, туда приведу эту гончую, если найду обратный путь. Ну вот сюда. Мимо этих скелетов. Сейчас раз и на рыцаря попаду. Во. А она-то ж там недолго походит. Если там тупик, то обратно только телепортом. Где ты, мать? Где-то осталось. Вот она. Или ее можно убить там на этом. Вот здесь ее убить, она тут ляжет и нажмет, да, как бы. Идет, идет, идет. Давай, 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 заходи. Ах ты ж тварь! Глупое создание. Стой на месте ровно. Блин, так она же там не сдохнет сейчас еще. Да. Все. Сдохла. И что толку? Без толку, да? Блин, дерьмо. Во, рычаги, я... Во. Так, я что-то чувствую. Мимика я чувствую. Тупой мимик. Ой, а что это он на меня... Это он такое кровотечение накладывает. Да иди ты нафиг. Куда бежать-то? Охренеть. Кровотечение, которое сразу убивает. Че, огня боишься, говоришь? Да иди ты нахер. Все. Так. Ну и куда меня портал-то приведет? Что за рычаги там? Где я видел еще три рычага? Подождите, не сюда. Вот сюда. Еще один. Да его надо обязательно это, дотронуться до скота до этого. Я ж дотронулся, падла, все-таки накинул. С этим долбанным кровотечением, скотина. Зык. Так, ну чё, тут, конечно, закрыто, да? Надо как-то ее открыть. Один громкий звук. Второй громкий звук. Это не та решетка. А! Они обратно, что ли, встали? Что бы это могло быть? Да я знаю, что это. Наверное. Вот это да. Вот только я поворачиваю вон те, наверное, да? О, почти помер. Куда я улетел? Ужесть.
А, и вот внизу всех ям оказался, да? Никаких тут секреток, ничего нету. Рыцарь стоит. А теперь где я оказался? В начале, что ли? Да. В самом начале. Вот эти я никакие не открыл. Хоть глянуть-то. Так. Я вас понял. Вы только с отражением можете, да? Что-либо делать. На. На. Ой, убьет. Убьет же. Да иди нафиг, а? Чё за рычаги дебильные? Которые ничего не делают. Чё за дебильная платформа? Так, что это было? А, у него уже заканчивается. Хорошо. Потому что сейчас у меня нету немоты. Поэтому надо тебя побыстрее сейчас убить. Ну ты сам, наверное, все понимаешь. Да? Рыцарь. Не? Понимаешь, не понимаешь? Ты меня понимаешь или не понимаешь, рыцарь? Ну сколько их уже убил? Ни хрена, штук 20, наверное, убил. Так. Смотрим. О, одна открыта. Так, может мне это чем-то поможет? Ну вот что, она открыта, да? Чем это мне поможет, если она открыта? За счет чего она открылась? За счет тех двух рычагов? Однозначно карту надо. Тут черт голову сломит. Я за картой. И продолжим тогда, ребята, мы уже в следующем выпуске. Ну, если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые серии. С вами был Фибоначчи, и пока-пока.